Всем привет! Сегодня в программе вы увидите. Все разобрали, что вам сказали эти милые пушистики Ферби. Но они вам пожелали хорошего Нового года. Ну, а кто такие Ферби, я вам сейчас расскажу и покажу. Ну, вообще-то эти маленькие монстры захватили всю планету, потому что их хочет каждый ребенок. А вот и эти мягенькие разноцветненькие Фербики. Вот так вот они сейчас спят. Но чтобы их уложить, это не так уж и просто. Они могут проснуться от любого громкого звука, от любого прикосновения к ним. В общем, надо быть аккуратными, потому что это у них нельзя нажать кнопочку, просто их выключить. Потому что они живут своей жизнью, Ферби, и они как настоящий ребенок, как настоящий малыш. Их надо уложивать спать. Я потом вам покажу волшебные способы. Их надо кормить, у них есть разные характеры. В общем, сейчас я вам все покажу. Но чтобы их сначала разбудить, этому я нажму на язычок, этого я потяну за хвостик. Сейчас они все проснутся. Ну, давайте. Пощекочу. Давай, просыпайся. А ты? Ты что спишь? Вот. Вам, наверное, не будет видно их глазок. Но это такие дисплеи. Маленькие экранчики. У них есть 150 разных эмоций. Они могут танцевать. В общем, они могут общаться друг с другом. В общем, у этих игрушек есть резиновые ушки, лапки, клювики. Сзади у них вот такие вот хвостики. У этих фербиков есть много разных расцветок. У меня вот такое вот сердечко и вот такой вот новогодний фербик. Они сейчас поют песенки. Привет, привет. Они сейчас танцуют вместе. Если Ферби поставить друг перед другом, то они могут общаться. У меня это два певца, у них такие характеры, потому что они очень любят петь, танцевать. В общем, давайте уже начнем про них рассказывать. В зависимости, вот эти вот клювики у них есть, их можно кормить, нажав на язычочек. Опа! И они будут вкусная или невкусная еда. Различайте от их настроения. Если они грустные, то еда у них будет невкусная. Но я потом вам покажу приложение, там, где можно выбирать, вкусную или невкусную еду им давать. Вот, они махают так своими ушками, лапками. А сзади у них есть вот такие вот штучки, которые позволяют им танцевать. И двигаться вправо, влево, вперед. В общем, посмотрите. У нас оригинальные фербики. Я думаю, вы сами понимаете, что оригинал лучше подделки. И если уже балдеть от игрушки, так балдеть по полному. В общем, хочу вам показать на одном из фербиков, чтобы их усыпить. Надо дернуть 10 секунд и держать их за хвостик. Так, извини. И может быть больно, неприятно, они могут пукнуть, если их потянуть за хвостик. Вот. О, девай. О.
Смотрите, какая милашка. Эй, а ты что тут ругаешься? Я его уже разбудила. В общем, вот так вот. У них есть очень много, они от любого прикосновения головки к животику по-разному реагируют. И даже если их перевернуть, они могут бояться. Ладно, не буду больше. А сейчас я вам хочу показать приложение, которое создали для этих фёрбиков. Пока они будут общаться. Вот, у меня есть планшет, сейчас я вам на нем буду показывать. Вот, смотрите, всего до этих фёрбиков существует 3 приложения. Ой, извините. Это Фёрби, Фёрби Бум и Фёрби Коннект Ворлд. Это приложение, это обновление фёрбиков. Новая версия, у них еще тут такие штучки, но мне больше нравится просто с ушками. Это, в общем, обычная игра. Это для моих фёрбиков уже выращивать семьи и все. А это именно для вот этих вот фёрбиков приложение, которое упростят вам жизнь с фёрби. Так, разрешить. Я не знаю, English. Хорошо, английский. Все приложения вот так вот переворачиваются. И вот, смотрите. Фёрби. И тут вот такой вот пультик управления. Тут можно делать видео с Фёрби, нажимать на разные клавиши, и Фёрби будет испытывать какие-то эмоции, нужные вам в данный момент. Да, или звуки. Это есть тут такие приложения для музыки. Нажимаешь, и Фёрби под них танцует. Например, давайте включим вот это вот. Танцует. И этот начинает танцевать. Подпевает. Жалко, вы не видите этих эмоций на глазках. В общем, так, дальше давайте выйдем в менюшку. О, поют уже. Тут есть также столовая, смотрите. Так, сейчас я включу, я нечаянно выключила. Вот, смотрите. И тут, как я только зашла, тут есть очень-очень много разных продуктов. Например, я хочу им дать коктейльчик. Ну, прям тебе. Ну, давай. Вишенку тебе. Жуют. О, им понравилось. Вот вафельку вам. Опа. Ням-ням-ням-ням. Так, дальше у них есть такой, как Макдональдс. Можно собирать их собственные бургеры. Тут всякие колбаски, печеньки. И когда уже выбрали, нажимаете, по-моему, вот так вот. И даете им бургер. Смотря из чего он был составлен, им будет или вкусненько, или нет. Им понравилось. Дальше, смотрите, есть такой спикер. И он может обозначать, что говорит Фёрби, если вам что-то непонятно. Потому что Фёрби говорят на своем фёрбическом, фёрблинг языке или ломаном английском. Вот. Так, я тут никогда не разбиралась, но, в общем, если вы что-то понимаете, пишите в комментариях. Дальше есть азбука Фёрби. Например, тут как говорят это Фёрби. Когда так говорят Фёрби, вы можете посмотреть перевод. Дальше идет вот это вот самое видео. Разрешить. И тут можно разные эмоции делать. Вот, например. Вот. И можно снимать.
Вот они отрыжку делают, смеются. О, эмоции! Как слоники сейчас будут. Их глазки меняются, это они сейчас были слониками. О, сейчас они будут мышками. Смотрите, их голоса меняются. Боже, они так кричат. Ладно, давайте выйдем уже. Такое приложение, тут бросают овечки. Надо попадать на Луну. И чтоб они заснули, там надо овечек много бросить. Я не знаю, когда они заснут. Но это дольше, чем просто дернуть их за хвостики, получается. Вот, они уже засыпают. Так, не надо, не надо спать, не надо. Мне нужны такие, бодренькие. О, так, сейчас переходим к другому приложению. Вот, это Furby Boom. Тут можно выращивать яйца этих Furby, то есть садишь его перед экраном. И в определенный момент, когда у тебя накопились баллы, оно высаживает яйцо. И вылупляется такой же Furby, как и этот. Я хочу вам сейчас еще что-то показать в этой игре. А, кстати, вот. Давайте высадим яйцо, я вам покажу как. Выключим рекламку. Выключайся. Вот так вот Furby, кстати, веселятся, пока идет реклама. А, вот, кстати, высаживают яйца. Они могут в процессе высаживания замерзать, протухать. Их надо как-то спасать. Ну, вот такой вот малыш. О, и вот смотрите. Сейчас к нам прискачет яйцо. И мы его высадим. Оно будет примерно вот такой вот расцветки. Так, хорошо. Первый раз всегда быстро яйца высаживаются. Вот. Его можно тут катать, нажимать как-то на него. Вот тут показываются секунды, сколько оно высаживается. Вот, посмотрите. Ой, у них такие глазки, когда он высит. Он мне прямо на него смотрит. Смотрите, смотрите. Почти высажен. Вот, смотрите. Первый раз я не разобралась, но тут просто надо зажать и вот так вот, как водить по яйцу кругами, чтобы оно высадилось. О, смотрите, первый характер у нас такой бурный ураганчик. Смотрите, мне всегда нравится эта заставка. Опа, опа. Есть разные виды, чтобы Furby высаживался, но у меня оно взлетает. О, у них в глазках сердечки у моих Furby. О, давай. Поет песенку про любовь моей Furby. Давай, давай, малыш. Он любит его, сказал. О! И у него такой аксессуар перышко. Это у нас, походу, девочка. О, это, походу, его малыш. Ну вот, а дальше, я думаю, вы сами можете посмотреть, кто заинтересовался этой игрой. В общем, вот такие вот милые фёрбики. А это просто игра до нового обновления. Вот. Вот такие вот милые фёрбики у меня есть. Он сказал, что тоже любит меня. Вот. Вот такие вот милашки у меня. Идите ко мне. В общем, мы желаем вам счастливого Нового года, чтобы вам принесли ваши хотелочки, подарки, которые вы очень хотели. И, в общем, всем спасибо и всем пока-пока. Пока-пока. Спойте им песенку.